Если самбо для вас вид борьбы, а латино – нечто из области географии, значит, вы пропустили грандиозное событие. Фестиваль по спортивным бальным танцам «Золотая осень-2015». Программу фестиваля открыли самые маленькие танцоры – дети до 10 лет. Некоторые из ребят принимали участие в соревнованиях впервые. Другие, напротив, не раз пробовали себя на большой сцене. Много-много народу, и как бы мало кто получает. Но спасибо ей, она вот получила две медальки сегодня и дипломчик. Первое место – соло. Вальс, самбо и ча-ча-ча – в этих танцах соревнуются малыши. Для тех, кто постарше, предусмотренная чувственная румба и страстный пасодобль. Бороться за звание лучшего съехались танцоры со всего Приморья. Я считаю, что конкуренция должна быть, но сказать, что во Владивостоке самое сильное – нет, я бы сказал, что и в Уссурийске есть очень сильная школа, и в Находке очень сильная школа, поэтому у нас тут очень хорошая конкуренция. Ну, вот сейчас танцует массовый спорт, но я считаю, что массовый спорт у нас очень хорошо танцует. Организатором мероприятия выступил артемовский ансамбль современного бального танца «Нежность». Его руководитель Надежда Лакизова уверена, такие мероприятия отлично стимулируют ребят. Для коллектива это дает большой, очень творческий рост, заинтересованность в том, чтобы танцевать лучше и лучше, потому что они видят очень лучшие, сильнейшие пары не только в нашем городе, но и за его пределами. Заученные движения и чувство ритма не всегда дают отличный результат. Главное в парных танцах – взаимопонимание. Скажи, а тебе тяжело вести в паре или наоборот приятно? Приятно. А почему? Ну, тренировки. Ну, вот что ты чувствуешь в этот момент? Взаимосвязь. В фестивале приняли участие более 150 пар из 24 танцевальных клубов. Из Находки, Уссурийска, Владивостока, Большого Камня, поселков Врангель и Ливадия. В честной борьбе артемовские участники завоевали призовые места. Первое место в категории «Сеньоры» – пара Владимир и Татьяна Вараксины, ансамбль «Нежность». И второе место в категории «Дети» – пара Максим Пандяков и Дарья Козырева. Ансамбль бального танца «Мечта». Полина Козлова, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости.